Итак, сектор номер 15, команда Big Carp. Давайте зайдем к ним в гости. Так, солнце у нас слева, значит, мы будем заходить справа. Точнее, наоборот. Будем заходить слева. Извините, чуть не упал. Здесь у нас идет клипсование. Здравствуйте, команда Big Carp. Здравствуйте, уважаемые. К вам приехала съемочная. Пойдем туда сядем, что у нас за стол. Ну, где я за стол? Вот тут. Вот тут? Или за углом? Палатка, за углом. Ну, давай. Так. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Владимир, как вас по отчеству? Файнерман. Нет. А дальше? Файнерман. Марик. Ибн Марик? Да, Ибн Марик, точно. Владимир Маркович. Маркович. Ну, расскажите, пожалуйста, о том, как проходит у вас турнир. Тяжело. Стараемся. Много рыбы нету. Пытаемся ухватиться за каждую рыбешку. Ну, как-то так. Какой работаем. Размер рыбы. Ну, начинали с крупных. Крупные. 4 килограмма. Там 4200, 4600. Ну, да, сейчас пока это еще крупное, да. Ночью началась мелочь. Очень много отпускали. Одного взяли тоже четверку ночью, 4200. Ну и все. Понятно. Сегодня как с никак. Тишина, да? Вообще. Не пика. Страшно. Не схода. Вот только сейчас вот недавно начался ветер. Немножко начала вода двигаться. Это не у вас, нет? Еще нет. У нас здесь еще 8 секторов, как бы. Да, соседи хорошо. Без буферов. Им хорошо. Они безбуферные. Да. Ну, вы готовы к среде? Вообще не вопрос. Еще пару... Все привязано, все готово. Вечером уже сделаем финальную подготовку. У вас же как бы тоже получается, что ветер прямо внутрь тента как бы будет дуть. Не, мы снимаем стены. А, вы стены снимаете? Да, мы стены снимем, конечно. Хорошо. Стены снимем. Да, потому что вот то, что мне сегодня звонил Ари, он сказал, знаешь, такой, типа, Андрей, ты себе не представляешь, что такое 100 км в час. Мы были здесь на 100 км в час. Я ему говорю, Ари, я себе это представляю. Когда это было? 2 года назад? 19-й год. 19-й год, когда меня поднимало на этом тенте. Да, я помню. Меня поднимало, меня и Николаева вместе. Мы висели на двух тентах, и нас поднимало воздух. Ну ничего, не поднялось до конца. Ну выжили, да. Но были некоторые команды, которых сложило реально, я тогда помню. По-моему, румыны, да? Ну, когда китайские, может, палатки, я не знаю. Да, у них были китайские палатки, тенты. Я не знаю, что еще. То оно складывается, а нормальное, оно держится. Просто я так понимаю, проблема в том, что у нас были порывы просто. Их было не так много, вот реально порывов сильных. То есть был ветер, но вот такие вот резкие было несколько. А то, что они утверждают, что вроде бы как это будет длительно. Вы же понимаете, что такое израильская метеорологическая служба. Она еще хуже, чем наш Кнессет. Так что... Да, доверять никому нельзя, это точно. Так что... Нам не страшно, да? Ветер мы готов... харю, я рыбачу. Да. Мы готовимся, по мере своих слабых сил. Сейчас, подождите секундочку, я
сделаю. В принципе, ничего страшного. Не должно быть. Максимум. Нам так пришло время менять палатки. Надо новые. Будет еще один повод, да? Да. Сменить циюд. Меня больше пугает, как мы будем забрасывать. Да, забрасывать, кормить, это будет, конечно... Мы сначала это учли. Ну, вы как бы до этого сделаете максимум, я так понимаю. Дело не в этом, мы учли это. И не стали сразу уходить, а смысл. А, вдаль, я понял. А смысл это? Во-первых, это не надо, категорически это не нужно. А во-вторых, мы это уже поняли в кубке, что это не нужно. И мы это самое, сейчас это учли, и не стали уходить, а тьфу-тьфу, нормально. Аж сердце. Да-да-да, аж сердце. Сжалось. Еще кое-что. Так что мы готовы. Ну, смотрите, в принципе, все-таки начало, по крайней мере, лучше, чем в прошлом году. Ну, как бы да. Ну, опять же, у кого как, но в целом, если так посмотреть, то начало лучше, чем в прошлом году. Мы, в общем-то, сегодня фактически сделали норму прошлого года целого соревнования. За второй день? Да. Но еще полтора дня? Фактически, да. Чуть больше, чем сутки. 230 килограмм, а в прошлом году было 250 или 270 за весь турнир. Поэтому мы уже... Из них 200 было в одной команде. Да. Мы норму выполнили, можем сворачиваться. Да. Не, еще рано. Нет, до пятницы будем. То же самое, что Ария, он говорил, что я не знаю, как мне с вами быть. С одной стороны, он закрывает пляжи, как бы въезд будет запрещен. С другой стороны, он не может, не хочет прекращать наше соревнование. И он поэтому жутко переживает за нас. Пускай не переживает, мы не мальчики. Но я ему сказал, смотри, у нас это уже пошло опыт как есть. Традиция. Третий год подряд. И, в общем-то, народ уже прошел прошлый и позапрошлый год, и, в общем-то, уже знает, что это такое и чего можно ждать. Да. Поэтому да. Здесь этим не напугаешь, тут никого. Не. Люди знали. Мы поэтому даже ломитракшиметрами, дай честно. Видите? Мамаш ломитракшим, подготовились, приготовились. Ну, замечательно. Как бы, в принципе, времени, вагоны, маленькая тележка. Сегодня, завтра, послезавтра, четверг. Ну, сутки до начала. Опять же, сколько раз была ситуация, да и у тебя это было, когда волна тебе по шею, а у вас клев идет. Я с рыбой стоял, вайдерсы в воде были. Я помню, у меня есть фотографии. А вчера ночью я не стоял с рыбой? Вечером. Не, ну, беседер. Но не было... Небольшая волна, но ее разбивала. У нас просто проблема с колышком сломался. Но и... нет? Нет. Базната. У нас нету, и мы просто колышки для клипсования сделали под рыбу. Но они коротенькие, они не длинные. У меня есть арматура высотой... Есть? Да. Те, на чем ставили плакаты. Да. Ну, у нас есть лагерь. Подойди, возьми. Я не знаю, как бы как для рыбы оно очень слишком высокое. Оно же высокое очень. Да, одну. Не надо мне две. Не знаю, вот такая, по-моему. Ну хорошо, так что, какая нам разница? Не, мы вобьем. Мы вобьем. Хоть что-то. Мы уже думали сегодня в Хомрабинян ехать, покупать. Да, просто так как что? Бы, ну, видишь, мы могли просто клич кинуть даже в чате. Ну, не сказать, хотелось. Что, ребята, у кого да, есть... Время не смотри, пока не было он сейчас волны, то мы стадарно. Рыба была привязана, тьфу-тьфу, все нормально. Проблема в том, что это очень близко к берегу, и когда вчера началась волна вечером, то я начал разбивать колбасить. Об берег. Вот это я испугался. Поэтому я зашел в воду и стоял с ней часик. Ну и тогда в прошлом году ты стоял. И в прошлом году я стоял с водой вместе внутри. Я помню. В этом году без еще не без я помню, воды. Как ты вышел тогда в вайдерсах, да. Вылил из них. Столько же, сколько ты весишь. Даже больше. Я такой прикольный, когда выходит с водой, знаешь, как пингвин такой. Было дело, да. Это самая опасная вещь, кто с лодки завозит вот в этих вайдерсах. Да. Если упасть в воду, думаешь, сразу потянет на дно? Конечно. Ну а что, если сразу их отстегнуть? Каких тебя снимет? Паники он. Да, это другое. Ну лучше не рисковать. Это не...
Это не так, оно... Я же не могу заставить. Оно это самое, уйдет под воду, как этот самый, как его. Третий участник команды. Все правильно. Кто-то должен заниматься делом. Ну да. Языками чесать. Да ты господи. Нормально. Ну, какой-то с машины снял. Так всю ночь. Да? Ну это лучше, чем F-16. А да. Что плохого в F-16? Это вы все испугались, а мне нормально. Нет, так почему никто не испугался? Чего пугались? Просто что, ты знаешь, я сижу в домике, никого не трогаю. У меня вдруг кто-то мне по кумполу такой, дунь. Ну, нормальное явление. Ну, ладно, я сейчас работаю окнами, я знаю, о чем ты говоришь. Нет, я это в армию прошел. А, ты в армию прошел. Поэтому... Что, в окнами там же тоже над головой они летают постоянно. Да, вылетают. Ладно, ребята. Так что вот такие дела. Мы продолжаем. Вам желаю удачи тут. В общем-то, держитесь, крепитесь. Если что, зовите. Да, спасибо. На взвешивание. Это что называется, обязательно. Окей. Но можно также звать на обед, на ужин. А, это уже все, брат уехал. А, блин. Вы опоздали чуть-чуть. Да поверь! Завтра, кстати, я не знаю, это сюда или не сюда, к нам должны приехать мой товарищ, фотограф. Будет тут нас фотографировать, делать нам сессию. Вот, сессию. Ну, может быть, он еще пойдет там типа пару раз. Типа сделает, как это называется, бук? Да. И, кстати, учти, что завтра днем начинается. Не-не, он в 6 утра будет здесь уже. И он будет снимать тоже на вертолетики, на самолетики. И самолетиков нам хватит. И на все остальное. Пляжи закрывают не выехать, не заехать во время бури, да? Да. Я в Йом-Реве отсюда выезжаю. Даже если мне нужно. Не, ну представляете, нам-то откроют. Имеется в виду для отдыхающих, они будут закрыты. Официально будет охраза, там будет все плакат, все, Хофсагур. Потому что я в Йом-Реве должен. Ну и Хайкин тоже, он же на прививку едет на вторую. А, о, Баслаха. Чего такое? Что? Я уже завещание дома готово. Было. Да ладно тебе, у меня все прошло вообще без... Я тебе клянусь, я хотел жене уже сказать, давай мне бумажку с листиком. Как мне было? А, писать завещание? У тебя есть что завещать кому-то? Нет, ну... Так, значит... Удочки! Да-да-да, я завещаю свои снасти там такому-то. Я завещаю вот это этому. Да. Свои долги я тоже завещаю клубу. О! Не знаю, мне было очень плохо. Но ну, я понял. 10 там. Часов от начала до... Не 10. Нет, не 10. Скажем, 16 часов, и я забыл, что это. 16 часов мне было очень плохо, и все. А потом стало очень хорошо. Все, бум, за секунду. Упала температура, и все. И я вернулся. Слава Богу. Брухим обоим. Зелененький. Да, теперь я зелененький. Пост не болтается. Главное, что не синенький. И рога не выросли. А, этот вчера тоже пришел, этот Мульган Эйяль. А, нет. Стоп, это был... Нет, это был... Или это он и был, кстати, вчера. Он приезжал сюда. Но у него... Нет, не Мульган. Да, Мульган. То там Коган Эйяль на Мнуне. А это Мульган с хвостиком. Ну и он тоже с привитой говорит, у меня ничего не выросло, ни хвостик, ни рожки. Я говорю, как это? Ты закончил шейдур? А вот это нет, не закончил. Вас все еще просто смотрят. Просто тут уже запись пошла. В смысле запись, она идет? Она идет сразу. Не, на Фейсбуке уже не шейдур хай, а... Как это? У меня вон еще написано завершить шейдур. Я нет, еще не у закончил. У тебя, наверное, дилей идет. Дилей? А он должен быть по-любому. Всегда шейдур хай, всегда... Он 30 секунд, по-моему, да, задержка идет. Сразу. Ладно, хорошо. Ну ладно, все, всем спасибо. Ни хвоста, ни чешуи. Продолжайте болеть за Биг Карпов. Да, болейте за Биг Карпов, выздоравливайте за Биг Карпов. Короче, прививайте за Биг Карпов. Да. Прививка Биг Карп, файзеровская. И прививку делайте, не бойтесь. Договорились. Вот, я выжил, кидаю так же, все нормально. Так и я выжил, все нормально. Спасибо всем, кто смотрел, потом посмотреть это в записи. Все, всем пока. Подожди, где у нас... А, вот. Тут просто большой очень. Ты в кадр еще раз покажи нам. О, молодцы. Все, бай.